Друзья, всем привет. Коты наетые, напитые. Да, Маня. Сегодня праздничек. У кошечек. Кисюня покушала. Ух, у нее глаза. Как у пантеры, у багиры. Вроде как жималась. Не примерзла. Так, смотрю, вроде почки живые. Пойдем. Где наш новый член семьи? Лола, догоняй. Чуть через собаку она не споткнулся. Давай. Бегом. Пошли. Ясненько. Не будем мы это снимать. Она только что покушала. Я как-то занимался собаками. Знаком с кинологией. И вот маленькие щенки только покушали, их надо сразу стараться как можно быстрее вывести погулять. Ой. Все, справилась. Молодец, девчонка. Устала. Ты бежала, аж устала. О, сейчас он рыжий красавец. Сейчас вернемся. Рудик реагирует на Лолу, но не так ярко, как изначально. Только что они сидели, игрался хвостом Рудика. Ну, приходится на руках его держать пока. Но уже такой реакции нету. Маша тоже уже более-менее спокойно относится. Только что маленький кушал, маленькая Лола. И они подошли, думали, что им что-то достанется. Продается у нас в магазине измельченный желудок, запаянный в такой в тюбе. Ей нравится. Вот видите, как они уже более-менее спокойно относятся друг к другу. Лола, а куда это ты пошла? Рыжий крадется. Рудик. Тоже такой на полусогнутых. Не хочет медвежонок гулять. Ленится. Он ей погрызь что-нибудь. Покусать. Сейчас мы это чудо отнесем домой. А сами пойдем на озеро посмотрим. Погода тихая, ветра нет. Да, Сабасюра? Сейчас вернемся. Ну вот и Пуня. Что, где был? Не было сутки. Уже начались гульки у него, да? Кот Баюн. Он же не стерилизованный. И тут все теперь. Все барышни в округе бедные, да? Зато кот довольный. О, побежали. А впереди Маша. А она скромненько тут сидит. Манюня, ждешь мышу? Тоже такая проворная. Ку-ку. Рыжий тоже на подкордухах сзади. Сейчас как раз закат солнца. Оно такое ярко-оранжевое. Сейчас посмотрим. Успею дойти, пока мне все равно спрячется. Аль нет. Видите, в течение дня было 0, минус 1. И здесь лед по-прежнему такой. Ну, не знаю, может, сантиметра 3. На вид. Видите, тоже. За весь день озеро не растаяло, по-прежнему сковано льдом. Вот, видите, успели на закат солнца. Еле-еле колышется. Очеред, он же камыш. Крадется рыжий. Лола дома. Так они рады. На гульке. Да, Манюня? Маша. Пуня на руки залез.
И такой, и урчит. Кисюня, соскучился, наверное. Ладно, друзья, всем хорошего вечера, всем мира, добра. Еще раз, милые женщины, вас всех с праздником. Остаемся на связи. Всем-всем пока.